Головне управління розвідки каже, що Росія щомісяця мобілізує близько 20 тисяч людей. Якщо подивитися по тим темпам знищення росіян, то давайте рахувати, так, якщо щодня в середньому десь 500-600 окупантів наші захисники знищують, то 20 тисяч – це у нас наскільки? Це приблизно на 40, ну, майже місяць, скажімо так. 40 днів, трошечки, можливо, менше. Тобто фактично, що місяця виходить, за цією статистикою ГУРУ, окупанти поповнюють свої ряди, фактично виходячи в нуль. Чи так це, чи не так? Така лінійна математика працює? Нет, немножко не так. Дело в том, что с линии фронта уходят, допустим, 500-200-ми, и где-то еще 500, а то и 1300-ми, которые уже не возвращаются. Без рук, без ног, без глаз, без головы. Но они же не входят в число уничтоженных. Ну, то есть, а это, значит, минусуемые в сутки именно с фронта уходит больше 1000 человек. Это значит около 30-35 тысяч человек. А набирают они только 20. Потому у них постоянно идет убыль. И это убыль до 15 тысяч человек по месяцу. И вот эту убыль прекрасно считают российские генералы. Они, а у них может быть еще и больше убыль, потому что там есть еще и 500-е, которые отказники, есть еще... и вроде как легкие 300-е, но которых нельзя использовать на нуле по разным причинам. То есть в сутки с фронта уходит россиян больше, чем то, что нам дают как 200-е, как уничтоженные. И восстановление не успевают, потому сейчас остро стоит у россиян задача именно остановить боевые действия в ближайшее время и объявить мобилизацию, либо... в таком же режиме, там 20 тысяч человек в месяц, добрать за полгода определенное количество человек. Ну, то есть, сколько получится, называется. То есть, а для этого надо остановить боевые действия. Почему и мы слышим сейчас вот эти стоны, предложения и что угодно для того, чтобы остановиться, какие-то мирные планы, что угодно, только чтобы остановить вот эту мясорубку по российским войскам. Они теряют, они это считают. Поэтому в этом смысле как раз мы сейчас выполняем основную задачу любой обороняющейся армии – уничтожение наступающей армии противника. Ну а освобождение территории – это следствие выполнения первой задачи. Если в таком режиме мы будем работать дальше, допустим, несколько месяцев, россияне будут бежать, вот то, что вы спросили до этого, будут они бежать или нет. Они будут бежать тогда, когда у них плотность войск на квадратный километр будет ниже определенного уровня, который они сами для себя видят как обороняющаяся сторона. Это они приняли решение бежать из Изюмского котла. Такое же решение бежать они в свое время приняли из-под Киева. Они прекрасно понимали, что еще несколько недель и той армии не останется, потому и запустили эту тему с уходом. Такое же решение приняли бежать с правого берега Днепра тогда, когда плотность войск российских стала ниже критической, которая могла удерживать правый берег. Они приняли решение уходить на левый. Вот это самое решение они примут и по Запорожскому направлению, и по Херсонскому направлению. Причем самое интересное, мы можем даже не двигаться. То есть там, где сейчас стоим, нам надо только, чтобы они двигались, чтобы они наступали или как-то контратаковали, чтобы они выходили из укрепрайонов, а на открытой местности мы могли бы их уже теми же кассетными снарядами уничтожать. Ну, тільки хотів сказати, що касетні боєприпаси такі реально допомагають. От мене yeah. є такий відгук від бійців. Вони кажуть, що надзвичайно складно було би з тих, з того ж урожайного, старомайорського, зараз зроботаного вигнати росіян, які дуже глибоко засіли у підвали без касетних боєприпасів. Направду, вони дуже сильно допомагають. Пане Романе, от в контексті того, що ви говорите, що потрібно створити умови для того, щоб окупанти втікали, на фоні цього в наших глядачів виникає, і, до речі, буквально за сьогодні декілька мене запитань було і в особисті чати писали мені люди щодо енергодару. Що буде з енергодаром? Там, де розташовується Запорізька атомна електростанція, моя відповідь
в тому числі посилаючись на ваші слова, що найбільш такий питомий шанс, найбільш притомний шанс полягає в тому, щоб створити такі умови, за яких росіяни самі втечуть з енергодара. От сьогодні дуже цікавий удар по російських окупантах оприлюднили наші захисники. Це дрон, який влетів прямо у приміщення окупаційної адміністрації енергодара, там, де відбувалася нарада, і за цими даними є значні втрати в окупантів, купа поранених, серед яких керівник відділку поліції, полковник МВС Росії Павло Чесано та ще четверо його підлеглих. Ну, а зараз буде приліт цей дрону. Отже, і є запитання також про енергодар від нашого глядача Андрія. А як з наступленням на енергодар, пане Романе? Ну, от по енергодару оптимальний варіант – це якраз двігатися в сторону Токмака і двігатися в сторону Армянська. Тобто, із-під Орехова на Токмак, из-под Херсона после форсирования на Армянск, и когда россияне поймут, что они остаются в таком серьезном мешке, а как раз Энергодар – это, наверное, самая крайняя точка от России, как бы к нему не добираться, хоть по сухопутному коридору, хоть через Крымский мост. То есть это такое острие вроде как копья, но древко, которое может быть перебито. И вот когда они начнут понимать, что мы к этому древку добираемся, они точно уйдут с энергодара. Как туда зашли, так оттуда будут уходить. Вопрос, какими последствиями они будут уходить. То есть какие нанесут поражения энергоструктуре самой станции. А то, что они будут это пытаться сделать, это точно, потому что им важно оставить нас без электроэнергии. То есть они находятся на объекте, который могут вывести из строя разными способами. Есть много способов, как можно вывести, вывести систему обеспечения. Никто, естественно, взрывать котлы, эти реакторы не будет из россиян, потому что там находятся инспектора МАГАТЭ, там находятся досмотровые группы, висят камеры, то есть и зная, что, не дай бог, что-то случится с каким-то из реакторов или будет выброс радиоактивной какой-то смеси, то Росатому просто выключат его, это десятки, сотни миллиардов долларов, они не будут их терять. Потому уходить они будут, по какую-то пакость оставят, как минимум, либо если будет предложено или будет большое давление на Путина по поводу того, чтобы оставил в покое Запорожскую атомную, он может дать команду, и уйдут они, как ушли в свое время с Чернобыля. Там вплоть до акта приема-передачи между командиром, который захватил Чернобыльскую атомную, и начальником Чернобыльской атомной. И такое было. Там реальный акт приема передачи о том, что претензий не имеют. И так, это вот как раз при выходе с ЧАЭС. Такое тоже может быть. Ну а военный способ, допустим, освобождения Запорожской атомной, он однозначно у нас есть. Вопрос, когда его включать. Вот его включать надо тогда, когда россияне не смогут вернуться обратно. То есть нельзя, допустим, сейчас начать освобождать Запорожскую атомную, и что? Оставить линию фронта по границам Запорожской атомной или по границам Энергодара, и россияне будут вести боевые действия с нашими частями, которые сейчас освободят, допустим, Запорожскую атомную под ударами по ЗАЭС. Ну, естественно, никто этого не делать не будет. Потому, скорее всего, Запорожскую атомную наши части, наши спецназ будет освобождать тогда, когда россияне соберутся из нее бежать. Но то, что у нас там есть свои глаза, есть свои уши, мы это все видим, вот видно как раз по вот этому дрону, что он точно знал, куда лететь, правильно? Значит, кто-то об этом сказал. То есть была информация, как и такая же информация у нас будет, когда россияне соберутся, по крайней мере, покидать Запорожскую атомную. Здесь надо перехватить вот определенное время, перехватить этот период между уходом и какой-то пакостью, которую они могут оставить, и нейтрализовать эту проблему. Ну, я думаю, спецслужбы над этим работают, зная, опять же, повторюсь, его уже спрашивали, у меня просто есть очень много друзей в спецслужбах, мои сослуживцы еще 10 лет назад, потому знаю, что спецура, ну, реально, особенно в силах спецоперации. Вот мы часть своих партизан передавали в ССО в свое время, сейчас они уже
реальные волки в этом деле, потому могут решить вопрос одномоментного освобождения и нейтрализации росіян на этом об'єкті. Роман Григорович, але от наша глядачка Олена Сідельнікова, вона цілком справедливо робить зауваження, що ми теж думали, що в нас є план, що ми зможемо впоратися щодо Каховської гідроелектростанції. Як показує практика, не вийшло. По Каховській гідроелектростанції там точно був план її взяття там або якось під контроль. Вопрос, это вот на шаг обратно. Не получилось бы, потому что россияне с Каховской станции не собирались никуда бежать. Вот же весь смысл в чем. Они там оставались, то есть они контролировали эту станцию. И ни один наш спецназ, он бы не смог бы ничего сделать, так как Каховская гидроэлектростанция на оккупированном берегу, и россияне оттуда никуда не собирались уходить. Они там постоянно находились, потому невозможно было выполнить эту задачу. А вот по Запорожской атомной, я же говорю, что сейчас это нельзя сделать, потому что останется гарнизон под ударами со всех сторон. Это еще хуже будет, чем, допустим, какой-то уход контрольный или бесконтрольный россиян, потому что тогда начнет работать армейская артиллерия, и наш спецназ, который, допустим, освободит Запорожскую атомную, попадет под удары армейской арты вместе с Запорожской атомной. Потому этого никто делать не будет, и потому это не делалось по Каховской гидроэлектростанции. Вот когда они будут уходить с Запорожской атомной, вот тогда на определенное там несколько, может быть, десятков минут, часов будет окно, когда можно выполнить такие действия.